«Ой, как неловко» или «Какой у праздника конец» футбольное шоу на Советской площади завершилось порносеансом. История, которую можем рассказать только мы. Субботним вечером на Советской площади Саранска на большом экране всему честному народу показали ролик, пропагандирующий семейные ценности, позитивно влияющий на демографию и, возможно, укрепляющий не только духовные скрепы. Мам, смотри, это парк. Парк футбола. Здравствуйте. Закончилось. Это видео на следующий день стали блокировать социальные сети. Причины указывали – претензии правообладателя. Но кому именно принадлежат авторские права, неизвестно. Ролик очень быстро разошелся в запрещенном в России мессенджере Telegram. Как известно, что однажды попало в интернет, остается в нем навсегда. Оскандались на всю страну, но почему же так получилось? Открытие парка футбола – серьезное событие. И организация, по идее, должна быть такая же. Но вышло то, что вышло. У нас есть своя версия, кто вывел эти кадры и как он это сделал. Современные смартфоны и телевизоры можно закоммутировать при помощи функции «беспроводной экран». Получается, большой телек на площади не был запаролен, и эпизод из фильмов «Селеранева» РЕН-ТВ кто-то показал своего мобильника. Возможно, неизвестный нам зритель внезапно решил поделиться со всеми самым сокровенным. Это были личные съемки, тогда его будет проще найти как правообладателя. В любом случае, это будет уроком для организаторов. В цифровую эпоху безопасным должен быть не только секс.